Ребят, всем привет! Всем привет! Как вы видите, у нас уже Новый год, у нас уже наряжена наша елочка чудесная. И сегодня мы будем вместе с вами пробовать разные новогодние сладости. Год назад мы уже пробовали американские сладости, выпущенные к Новому году. И сегодня мы будем пробовать то, что мы еще не пробовали. Пробуем. Мы уже себе налили вот здесь какао. Вот оно. Оно со вкусом карамели. И вы тоже наливайте себе чаек, берите ваши любимые сладости, что у вас есть дома, и вместе с нами давайте пить чай, кофе. Ну и по традиции, Кис, ты начинаешь. Давай выбирать. Сначала попробуем какао. А, давай. А то оно остынет. Нифига оно сладкое. А ты чувствуешь карамель или нет? Просто какао. Ну, очень сладкое какао. 100 лет. Вообще хорошее. Мы, да, давно какао не пили. И здесь вообще очень много разных какао с разными вкусами. Помнишь, мы видели набор, где 12 да, разных да, штук? Я еще подумал, что это шоколадки такое. Да, да, они так красиво были упакованы. Мы подумали, что это шоколадки, а это оказалось какао с 12 разных вкусами. Вообще жесть. Обалдеть. Я хочу начать с Деда Мороза. У нас, смотри, кстати, две упаковки. Да, но начнем с маленьких. И такой еще Дед Мороз. Точно. У нас тут в основном Деды Морозы и олени. Да. Мне кажется, это... Ну да, это, наверное, просто молочный шоколад. Пробуем, насколько он вкусный. Пахнет, как просто шоколадка. Прям Дед Морозик, да? Я пробую. Ну что, самый, что ни на есть, обычный шоколад. Да, совершенно обычный шоколад, молочный. Вот, мне кажется, именно такие шоколадки... В адвент-календарях. Просто обычный. Я не получила в этом году. Да, обычная шоколадка. Ты теперь что хочешь попробовать? Спанчбоба? Нет. И знаешь, что хочу попробовать? Сразу с этого раскрытия тайны, что это такое. Ну, давай. Смотри, это, короче, игрушка оленя. Подставляй руку. И олень. Накакал тебе в руку. Смотри, надо на мне вот так показывать. Я уже съела какашку. Прикольно. Вкусные, кстати, конфетки дрожжа. Вот эти типа вот эти джели были. Да, похоже, да. Классно вообще. Он еще такой прикольный. Туда, кстати, можно любые тогда джели были запихать. Конечно, любые. И все, он тебя выкакает любой какашек. Разноцветные. Как кули. Прикольные вообще. Но мы его поставим под елку. Да. Предлагаю тебе не томить и сразу открыть Орео. Милку, шоколадку. Это, короче, типа печенька Орео посередине и Милка это чик, сэндвич. Мы вообще очень редко здесь видим в Америке эти шоколадки, потому что это европейский шоколад. И это большая редкость найти такую шоколадку, особенно огромную. Ну, вообще, типа, возьми в руки, она тяжеленная. Она весит 300 грамм. Это как три обычные шоколадки примерно. Нифига она толстая. Мне кажется, она там прям, видишь, да, внутри орешка. Угу. Пробуем? Очень хочу. Как вкусно. Просто офигенское сочетание, молочный шоколад, крем и орео хрустящий внутри. Очень вкусно, вообще, вот просто шоколадка божественная. Я, если честно, не ожидала, что она кстати, была... Вкусная. Это, кстати, ну, тут с Новым годом ничего нету связано, но почему-то да, она была она в новогоднем, отделе. Поэтому мы увидели сразу, такие, хотим попробовать. Да, и, как я уже говорила, редкость найти ее в наших просто американских супермаркетах. Милки нету, да. А давай теперь откроем вот эти вот... Как это называется? Candy cane? Да, candy cane. Это конфетная трость. Конфетная трость, точно. Ты пробовал вообще хоть когда-нибудь? Пробовал. Да, я тоже пробовала. Но только не такие большие, маленькие, да? Да. Я маленькая. В общем, в Америке на Рождество это прям чуть ли не символ такой везде их пихают. Да, даже на елке украшают, да, вообще везде. В любом магазине, в любом офисе, везде. Трости вот такие висят.
И они, кстати, бывают разных вкусов. И мы хотим сделать челлендж. Будем пробовать, угадывать, какие вообще вкусы. Потому что мы купили там штук 9 разных вкусов. Да, очень много. Тростей. И вот это стандартный, это мята. Ты же ее сломал? Она была сломана, я сразу ее поэтому вытащил. Я откусил. Она прям такая мятная-мятная, вообще прям перечная мята. Ну просто как, типа сладкая карамелька, да. Сладкая конфета с ничего вкусом. Особенного. Но она, конечно, очень красиво выглядит. Просто по вот так повесить такой на елку, вообще прикольно. Твоя очередь выбирать. Я хочу попробовать вот этого Деда Мороза, что-то загадочное в каком-то тюбике. Ты знаешь, что это? Нет. Конфеты какие-то, нет? Что там еще может быть, конфеты? Так, Дед Мороз, ничем не примечательный. Его можно на елочку повесить. А, так это есть как игрушка, вот смотри. Прикольно. Что это такое? Шприц какой-то. А, это тоже, короче, конфета. Это одна конфета? Да. Сосательная? Да. Я думал, что там какой-то, может, гель или типа жевательное что-то. А я думала, там какие-нибудь маленькие конфетки лежат. Она арбузная на вкус. Хочешь попробовать? Ну, давай. Мне нравится, кстати. Арбузная, вкусная. Вообще, но это на одного человека. Зачем здесь вот эта пипка, я не могу понять. Чтобы вот Дед Мороз одевался. Нет? А-а-а. Ты смотри на этого сумасшедшего Деда Мороза. Дед Мороз вообще какой-то очень странный. Вот у нас есть жвачка со вкусом имбирного печенья. Мы ее напоследок оставим или сейчас? Да, да, напоследок ее оставим. Тогда давай попробуем вот это со Спанч Бобом. Я так понимаю, здесь елочки какие-то. Да, это почему типа... Почему Спанч Боб, я не понимаю. Это Крабби Паттис, это типа бургер, который они готовят, но типа они в форме елочек. В форме елки? Да. Ого-го. Типа выглядит как бургер, но в форме елки. А, какие они смешные! Нифига там огромный он. Они еще, смотри, в упаковочке, они, в, да, контейнере. Спанч Боб, Сквэрпэнс. Блин, они, интересно, склеены? Нет, смотри, можно... Типа вот их... так вот разделать. И все, елочки. Как круто. У меня бургер. Это салат, ветчина и две булочки. Пахнет офигенски. Угу. Неожиданно, мне нравится. Мне тоже. Вообще очень вкусно. Очень сложно найти то, что мы уже не пробовали, потому что мы постоянно пробуем, все пробуем, пробуем. Но вот это мне понравилось. Да, понравилось мне тоже. И можно вот так вот разделить и по отдельности есть. Сладкая булочка, сладкий салат, сладкая ветчина. А еще знаете, как американцы делают? Они просто, допустим, к Новому году и вообще ко всем праздникам выпускают какие-то шоколадки, те же самые на вкус, но могут быть какой-нибудь формой. Допустим, на Хэллоуин это были тыковки, на Новый год это просто в форме Санты или елочек, но вкус тот же самый. Да. Поэтому мы просто как бы не берем ради упаковки, зачем типа покупать. Да, как бы тот же самый вкус. Мы, да, мы поэтому взяли то, что мы не пробовали, чтобы попробовать. И сейчас мы будем пробовать Санту. Опять Санту? Да, но так после конфеток надо шоколадкой закусить, я считаю. Я уверен, он в форме Санты тоже, это шоколадка. Да, прям такой же, как на рисунке. Санта! Но вот этот Санта будет вкуснее, потому что он хрустящий. Вдвойне хрустит, написано. Откусываю башку. Чувствую очень дешевый шоколад. Да, но он все равно как-то вкуснее, чем предыдущий, нет? Мне больше предыдущий понравился. Да? Это прям чувствуется какая-то прям дешевость. Ну какой-то дешевый. Пластилиновый, знаешь? Да-да-да. Вот прям не очень. Ой. Тот вкусный молочный был, но здесь зато какие-то вот шарики, которые хрустят. Поэтому он как-то прикольный. Его тоже можно под елку положить, все вот так вот. Просто, да, вот под елку заложить, там все конфетами. Санта. Подожди, у нас здесь две жвачки. Так что какую-то из них надо открыть уже сейчас. Еще? Вот это. Это жвачка? Нет, это конфетки. Это просто конфетки. Ну давай их. Пробовать, открывай. Да, здесь тоже олень. Кстати, очень знаменитая в Америке для детей, я так считаю, Фэст. Вот этот. Да. Правильно почитал? Ну, наверное. В общем, я уверен, что это просто упаковка, типа новогодняя, а на вкус они все стандартные вкусы. А здесь в упаковке всегда разное вот какое-то такое устройство.
какая-то. И сверху всегда разное, очень много разных видела. Вот сейчас на Новый год там были пингвин, Санта. Снеговик. Снеговик. Я видела еще всякие там, я не знаю... Да, там все есть, айронмены, да, да, там из вот... комиксов, игрушки, из машины. Игрушки, там, да. Все, ну, короче, для угодно. Детей, я вот не знаю, ее надо распаковывать или нет. Мне кажется, ее надо распаковывать. Мне кажется, нет. Ее, наверное, надо распаковывать. Логично. Причем, смотри, ты можешь туда положить разных вкусов. Еее, мы справились с этим просто квестом для детей. Это какой вкус у нас? А, малиновый. Ты, типа, ты вот так берешь, такой, угощайся, берешь. Ты мне ее кидай в руку, нет? Она нет. Ну-ка. Берешь одну. Мне нравится. Знаете, на что похоже? На малину. Это... Малина. Это как браслетики. Помнишь, были такие? Я помню, но я прям чувствую вкус малины. Вкусно очень. Прям вот очень насыщенный вкус. Блин, такой он классный олень. Попробуй вот это угадай. Это другим вкусом. Я не могу понять. Это, да. А ты знаешь, что это? Это вишня. Вообще непонятно. Так, я предлагаю все открывать. Ну да, давай. Малина прям очень была вкусная и понятная. Это такая классная штука вообще. Тоже под елку? Да. Давай вот эти штуки открываем. Не знаю, это ты купил. Я купил, открывай. Потому что я не понял, что это такое. Что-то жевательное или это конфетка или что-то. Мне кажется, это что-то типа, как взрывающаяся карамель, нет? Blow Pop. Хотя нет, это, наверное, жвачка. Там очень много маленьких конфеток. И такое ощущение, что внутри что-то есть. Вот это что-то внутри, это загадка. Ты какую взяла, зеленую? Я красную. Прошло 2 часа, мы наконец-то. Ты ее раскусил все? Там внутри жвачка. Там внутри такая жвачка. Маленькая-маленькая. Мы дошли до жвачки. Ну что ты хочешь попробовать? На, вот это тебе. Ты любишь Спанч Боба. Так. Ну что у нас осталось? Давай вот эту штучку. Давай. Тоже это... в виде трости. Это M&M's. Мы, кстати, ни разу тоже не пробовали этот вкус, хотя мы пробовали кучу вкусов M&M's. Это со вкусом перечной мяты. Все верно. Открывай, что я не получаю. В смысле? Там надо ногтями как-то. M&M's мы перепробовали сотни вкусов. Очень много, да. Тут красный и белый. Мне кажется, они одинакового вкуса. Ты белый взял? Белый. Мы, кстати, брали мятный M&M's. Угу. Перечный мят совсем другой. Угу. Знаешь, такое ощущение, что там вот эта перечная мята чуть-чуть зубной пасты какой-то дает. Ты как будто шоколадку зубной пастой ешь. Ты такое ощущение? Есть. Такая глупость вообще. Ну, потому что зубная паста всегда с перечной мятой идет. Поэтому тебе так кажется. Мне понравились эти конфетки очень. Мне тоже, в принципе, неплохие. Угу. И, кстати, вот сама упаковка тоже крутая. На елку! У нас осталось самое вкусное, мы его берегли напоследок, я так считаю. Ну, кстати, не факт, что это вкусное. В общем, это такая апельсинка. Шоколадная. Шоколадная апельсинка. Со вкусом малины. И там внутри прям крем. Какие еще вкусы бывают внутри? Апельсин, мята, лайм, pumpkin spice и миндаль. Мы вообще пробовали апельсиновую, но там была не начинка апельсиновая, там был просто шоколад апельсиновый, а здесь прям какой-то крем внутри. В общем, давай. Сначала надо разбить. Я не знаю, я боюсь. Ну, в смысле, вот так просто берешь? Нет, это... Вот так, нет? В общем, просто давай, открой, давай, и мы, да, руками поломаем. Мы просто руками поломаем. Покажи, как будет. Вот, тут такие долечки, их нужно поломать. Дай мне. О, тут прям, смотрите. Здесь нарисовано, да, прям. Да, прям апельсинка. Пробуй. Там внутри он такой фиолетовый какой-то крем, как будто это черника. Угу. На малину не похоже. Похоже на чернику.
Кстати, то, что мы предыдущее с тобой пробовали, где был просто апельсиновый шоколад, было вкуснее. Но это тоже интересно. Хоп такой. Выйдите апельсинку. Шоколадную. С малиной. Да, и, кстати, почему-то они продаются только на Новый год. Очень странно. Ну и наконец-то, мне уже не терпится. Последняя. Да, последняя — это жвачка. Со вкусом имбирного пряника. Там, кстати, была еще новогодняя такая жвачка со вкусом вот как раз пепперминт трости вот этой. Да, но мы решили, что перебор. Да, да, уже очень много такой. А-а-а, как вкусно пахнет. Тебе не нравится? Как птичий корм. Боже. Эти не там. Дай мне. Мне правда не нравится, как пахнет. Вот сейчас чувствую джинджер. Я чувствую печеньку. Прям вот эту имбирную печеньку я чувствую. Эти жвачки офигенные. Это фирма Проект 7 называется. Вообще, мы прям тащимся по ним, да? Ну и по традиции надо подводить итоги. Ты первым выбираешь топ-3, которые тебе больше всего понравились. Однозначно это... Орео. Да, шоколадка Милка. Милка — это точно. А потом идет вот это ПС, конфетки. Мне они очень понравились. Нифига. И это... Вот M&M's тут будет. Окей, мои топ-3. Не знаю, сложно выбрать. Милка Орео — это как бы однозначно, ребят, да. Топ-1. На втором месте это... Вот эта игрушка. Сами конфеты как бы просто так, но то, что она кокуля откладывает, мне очень понравилось. Не, конфеты тоже классные, прям на Джелли Белли. И ты сейчас будешь удивлена. Красик Кап. На третьем месте это Дед Мороз. Да? Мне понравилась она такая прям арбузная конфетка. Прям очень офигенская. Ну ладно. Из шоколада только Милка и все. Да. Не, мне, кстати, понравился M&M's очень. Ну, M&M's там уже где-то на 5-м месте. В общем, я надеюсь, что вы зарядились новогодним настроением, и вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поддержите нас пальчиками вверх. Подписывайтесь на канал, ребята, это тоже очень важно. Да, вас ждет еще куча всяких новогодних видео. И обязательно смотрите наши влоги, как мы покупаем игрушки, покупаем подарки, наряжаем елку. Ничего не пропускайте! И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока! Пока-пока, ребят!